первую очередь, я вас всех рад видеть у нас дома. Новые лица, старые лица. Спасибо большое, что приехали. Очень рад такому обильному вниманию. Из себя представляет 40 человек в штате. Часть из них вы видели в офисе внизу на втором этаже. И 100 человек за штатом, которые работают у нас по всей России, в том числе в Украине, в Беларуси. Новостники, у нас практически ни одного новостника в офисе нету. У нас только пара человек, которые сидят, отвечают за новости. Ну, плюс, естественно, шеф-редактор. В офисе сидят, конечно, большая часть разработчиков, дизайнеров и весь административный стаф, так как говорится. Их человек 20 приблизительно, если даже чуть больше. Все остальные уже журналисты, которые находятся в офисе постоянно. Спорт в цифрах в целом. Мы здесь решили сделать срез такой по сегменту в целом. Мы взяли топовые ресурсы и проанализировали, что в среднем ежемесячная аудитория сводится к 5-8 уникальных пользователей в месяц в зависимости от спортивных мероприятий, от плотности. Да? Например, там, на позапрошлой неделе у нас был пик, это 900 тысяч пользователей в один день. Это было, когда сборная России победила в чемпионате мира по хоккею. За день до этого, вот так для сравнения, чтобы вы понимали, матч Бавария-Челси собрал на 200 тысяч пользователей меньше. А когда «Спартак» вышел в Евролигу, у нас было 1 100 000. То есть российский футбол, он все-таки ближе нашей аудитории, он демонстрирует выше показатели. Еще, наверное, можно отметить, что спорт как категория может похвастаться глубиной просмотра. То есть время, которое проводит пользователь на сайте, и глубина просмотра колоссально отличается от, скажем, там, близкого нам проекта газета.ру. Вот закон, по которому сейчас может выжить, развиваться и прогрессировать, и быть успешным средство массовой информации спортивной, только один. Ты должен дать читателю все. Ты не можешь дать ссылку. Ты не можешь сказать «посмотри там». Вот это главный закон. Чемпионата была когда, хотя я уже не помню, но может кто-то меня поправит, была когда-то такая репутация издания, которое перепечатывает что-то другое. В общем, быстро хватает, но мало что генерирует. Вот этого подхода уже давно нет. Сегодня, например, мы звонили в РИА Новости и говорили: ребят, зачем же вы украли 3 наших из Швейцарии новости, а то там что сказал Форсинг и так далее. Мы уже знаем, что мы генерируем гораздо больше, и мы тоже на это сделали ставку. Вот мы, например, с тем же Русланом позавчера общались с представителем новосибирского «Локомотива», волейбольного клуба. Мы были вообще шокированы тем, какую роль там играют клубы нефутбольные. Нам-то кажется, у нас же есть статистика, 75% и там 70% не в сезон, это 80% в сезон, кликов собирает футбол. Значит, все остальное – это бесплатное приложение. Но оно существует, я с этого начинал. Мы всеядны. Мы не можем чего-то не давать. Ну, есть, конечно, там пляжные плевки в ширину, это мы не даем. Вот. Но, в принципе, мы и смотрим, как там емкость этого рынка, как и пользовательского, так и коммерческого. Мы будем делать региональные сайты внутри чемпионата. И в этих региональных сайтах, когда будет заходить человек из Дагестана, к примеру, он не будет видеть такое количество «Спартака» и «ЦСКА». У него, соответственно, не будет вот этого отторжения. Слушайте, ну эти вот реально мясо и кони просто надоели вот везде. То он заходит, и он видит свой клуб, он может видеть, мы можем давать им больше. То есть, если приходит ко мне, к примеру, Анжи и говорит, что дай мне там брендирование, я недавно, буквально вчера сидел с руководством «Спартака» и объясняю, я говорю, у вас матч «Спартак-ЦСКА», у вас матч «Спартак-Зенит», да, как бы там, почему вы не брендируете нашу страницу? Так и смотрит, говорит, а можно было? Я говорю, да, в общем договоре там это указано. Он говорит, ну там, класс. А что это такое? Я говорю, вот, короче, справа будет там, к примеру, Аршавин, да, а слева будет там Матиди там или какой-нибудь другой футболист, и они будут такими вот лицами, да, вот как вот здесь, да. Вот. Вот там, набью морду, и вот тут реально, да, и сверху матч такой-то, приходи, да, вот такой call to action, да, сверху. Что касается клубов, с которыми мы работаем, нам бы хотелось бы что-то вот их как-то там, драйв, чтобы у них появился, чтобы сделать совместное что-то. И у нас, да, и у нас что-то появится сразу же.